Ну, я хочу сейчас. Хочется... Пошли, иди туда. Ну и чего это будет? Ну, я хочу снять, посмотреть, что у меня получается. Ну, давайте. Васька, иди сюда, окаянная кошка. Мои друзья кошки. Кошки мои друзья. Кошки. Видите? Так же, чтобы лицо видно ж было. А чё ж? Всё мы снимем. А? Всё мы снимем. Видите? Иди сюда. Ну, кого смотри. Иди, давай. Тут уже всё бабушка. Давай, сосна. Смотри, бабку Нила. Бабка Нила на свадьбе глаза опустила. Слепая вышла. У кого это, а? У Люськи? Нет. Люськи не хохотали, а Васька смотрит. Да, у Васьки лишь бы почесали. Да, ты пакость такая, да? Где у нас Михаил? Михаил? О. Михаил, вот он. Серьезный такой. Улыбнись чуть-чуть. Улыбнись. О, нормально. Миша, ну чего ты? Васька и то он кайфует. Сиди. Бабку Нилу на принеси с кошками, как они меня облизывают, как ляжут все на меня. Вот это надо стеснять. Это в цирк надо, думаю, по телевидению. Вот это будем снимать сейчас. Сейчас будем снимать по фирме. Так как кооперативники снимают. А и чего это будет? Ну просто, я господи, ну что, ну вот так вот телевидение еще делается, ты понимаешь? Так, ну а как же, меня так же снимают, я снимаю. Ну что, конечно. Васенька, матушка наша до 4 ночи вот так вот телевидением занимается. Так и с этой камерой носится? Да нет, ну это камера, Васенька. Это камера домашняя. Да домашняя? Это камера Олега и Люськи, мы у нее забрали их временно, поиграться. А там профессиональная камера, Витя, бытовая вот эти камера. Тебе нужны? Ну тоже на нее тебе можно нужны? Снимать. Мне-то нужны. Коля там не прогорел? Коля нет. Чё? А чё б он прогорел? Да чё-то это перевозили, вот это из самолёта. Разбился, перевозили машины с Краснодара на куда-то там, две машины на вертолете. Без скандала. Валерка, ты собираешься на чем, лететь или ехать, а? На поезде. Ой, ну на поезде хоть где-то, ой. Тут на поезде страшно везде. Самолеты каждый день попадают, разбивают. Сегодня военный самолет, вчера... туда с Москвы на Хабаровск разбился. Но при посадке, ну особенно не поэтому. Ну если суждено разбиться. Да суждено, ну ты понимаешь, ну как говорится, бережу, но Бог бережу. Ну как же, если сегодня передали военный самолет, экипаж якобы. Ну как говорится, не по последним состоянию. Да? Да. Ау! Давай. 4:46. Поняла, да? Как дела? Когда будешь? Езжаешь вниз на гитару. Понял, да? Ты готов? Я готов. Я включаю музыку. Ты снимаешь.
тот угол, Дима, вот тот угол тряпки сделай, слышь? Вот угол тряпки сделай, поправь.